В Абакане началась подготовка к предстоящему празднованию крещения. Сегодня представители администрации, полиции и других ведомств посетили объекты, где ожидается массовое скопление людей в ночь с 18 на 19 января. Парковочные места, освещение, удобный подход к Иордании и, самое главное, безопасность во время ночных омовений. В республиканской столице официальными местами для крещения купаний в проруби является Полыня в зоне отдыха и протока реки Абакан. Сегодня спасатели тщательно обследовали оба участка и сделали заключение. В этом году условия для проведения обряда практически идеальны. Здесь безопасность главное, это все вот эти вот подходы, чтобы никто ни где-то не упал, не дай бог, не травмировался. И здесь найти такое место глубин минимальное, чтобы было сантиметров 80, максимум до метра, чтобы, не дай бог, никого не задернуло под лед, если кто-то оступится. То есть, несмотря на то, что силовые структуры будут приведены все в повышенную готовность, ну, необходимо обязательно позаботиться о своей безопасности, о здоровье. Каждый должен на своем уровне также. Поэтому при купании традиционно уже там в воду надо заходить спокойно, потихоньку. Очень важно, об этом постоянно твердим, все купание должно проходить в состоянии, в трезвом состоянии.